Добро пожаловать на канал о криптовалютах NeoLife. Всех приветствую, и сегодня я хочу поговорить о новостях. Компания Flare объяснила, сколько они будут начислять каждый месяц за ваши обернутые монеты Flare. Так, каждый месяц в течение 35 месяцев будет выплачено по 676 миллионов монет Flare, и последняя часть в 36 месяце 584 миллионов монет. И каждые 30 дней каждый взнос будет пропорционально распространяться между кошельками, на которых хранятся обернутые Flare. Токены должны быть востребованы в течение 90 дней, иначе они будут сожжены. И для определения суммы, которая причитается каждому кошельку, средний баланс обернутых Flare будет рассчитан на основе трех случайных блоков, выбранных из 23 дней, предшествующих дню распределения. И полученная сумма Flare будет пропорциональна этому среднему значению в процентах от общего количества циркулирующих Flare. Сейчас обернутых Flare около 6,85 миллиардов монет, но это значение, скорее всего, будет увеличиться, и в итоге будет получено вознаграждение меньше. Получается, нам надо разделить 676 миллионов монет, которые раздают каждый месяц, на 6,85 миллиардов и получим 0,98 тысячных. То есть на текущий момент за каждую тысячу монет Flare, которые у вас обернуты, будет начислено примерно 98 монет. Но это значение, скорее всего, будет меньше, так как биржи еще могут обернуть свой Flare, и тогда процент получения будет снижаться. Напомню, что первая раздача будет уже 17 марта. Также еще одна новость. В попытке ввести еще более жесткое регулирование в криптоиндустрии выяснилось, что SEC предложила новые правила, которые изменят то, как криптофирмы могут хранить свои активы клиентов. И по сути, правила требуют от этих криптофирм регистрации в SEC, если они хотят хранить цифровые активы для клиентов. Это серьезно ограничит многие фирмы от ведения бизнеса в США, а также вынудит многие существующие фирмы в США, которые в настоящее время владеют активами для клиентов, быть дисквалифицированными. И по сути это может привести к тому, что многие из этих фирм прекратят свою деятельность или заставят их представлять много личной информации, чтобы считаться квалифицированными хранителями. Также инвесторы в цифровые активы выкладывают видео, где говорится, что SEC не пытается убить криптовалюту, они хотят ее передать Уолл-стрит. Квадриллионы долларов приходят, и Polysign будет хранить много криптовалюты. Также еще новость, OpenSea вводит нулевые комиссии из-за существенного снижения объемов торгов. OpenSea признала, что теряет пользователей из-за конкурирующих площадок для торговли NFT, поэтому с 18 февраля платформа временно отменит комиссию с продаж в размере 2,5%. А члены криптосообщества предполагают, что OpenSea вновь увеличит плату в будущем, если ей удастся возвратить потерянных клиентов. IOTA получает масштабное обновление для чеканки токена L1 и создания собственных NFT на L1. Так, Shimmer Firefly, собственный криптовалютный кошелек криптовалюты IOTA, недавно появился с новой функциональностью, которая может стать новаторской для всей экосистемы IOTA. Так появились совершенно новые функции, такие как галерея NFT и поддержка управления. В результате пользователи смогут торговать, чеканить или сжигать свои NFT. Также они смогут выпускать токены L1, голосовать за предложения на основе своих запасов токенов, создавать собственные NFT и создавать псевдонимы и использовать глубокие ссылки. Еще одна новость. Компания партнер People The Clearing House работает с Wells Fargo, чтобы бросить вызов доминированию SWIFT с помощью новой системы мгновенных платежей. И система, известная как служба платежей в реальном времени, RTP, облегчит перевод цифровой валюты в режиме реального времени между соответствующими учетными записями Wells Fargo. И переводы будут немедленными и окончательными, предоставляя владельцу счета максимальный контроль, как наличные деньги. Эдвард Фарины считает, что некоторые люди злятся, потому что XRP еще не прокачался. Другие же люди благословлены, потому что имеют возможность накапливать по очень маленьким ценам. И все дело в перспективе. Такая возможность может выпасть раз в жизни, и ваше терпение окупится. Криптобык пишет: «Я думаю, что большинство не готовы к предстоящему буллрану на XRP». А Джек за Ripple считает, что XRP это следующий биткоин, но на стероидах. Спасибо за внимание, я надеюсь, вам нравится мое видео, подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, всем до новых встреч и пока-пока.